Сегодня в Риге-Когу день открытых дверей, и поэтому предоставилась возможность посмотреть на город с башни Длинный Герман. Первая часть была построена около 1371 года. В конце 15 века в результате перестройки ее высота была увеличена до нынешней 45,6 метра. К вершине башни ведет лестница из 215 ступеней. Флаг на вершине башни на высоте 95 метров над уровнем моря и является одним из символов Эстонии. Государственный флаг поднимается с проигрыванием государственного гимна во время восхода солнца, но не ранее 7 часов утра, и опускается во время заката, но не позже 10 часов вечера. Когда его опускают, можно услышать национальную песню с музыкой Густава Эрне Сакса и словами Лидии Койдулы «Мое отечество, моя любовь». Ранее в Средневековье была приставная лестница с первого этажа на второй. Если враги забирались на первый этаж, то эстонцы убирали лестницу и оставались почти недосягаемыми. Компанию мне составили гости Таллина, Александр и Ольга. Ну вот мы и наверху. Домский собор. Оливисте. Круизное судно в пассажирском порту. Собор Александра Невского и церковь Николисте. Они ходят чаще, чем трамвай. Kick in the cook. Так что это не обязательно именно тут. Церковь Карли. Привет, Витеру. Передаем. Это Лилия. Это Лилия.